420 примогемов на дороге не валяются. Давай разберемся, как их можно будет забрать. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкинвейд. Сегодня у нас стартует новое игровое событие, в котором мы сможем забрать 420 примогемов. Давай я тебе кратко расскажу, как можно будет это сделать. Это делается очень легко, тебе нет нужды какой-то скилл проверять, самое главное, чтобы у тебя просто были разнообразные герои. Причем даже не обязательно их прокачивать. Суть. Мы приходим к Катарине, и у Катарины после прохождения короткого квеста у нас открываются новые разделы для экспедиции. Те, кто уже давно играет в игру, видели эту дополнительную таблицу, но расскажу новичкам, что в ней необходимо делать. Всего перед нами будет несколько точек, куда мы можем отправлять дополнительные экспедиции. Там будет одна S, 2 A и 4 B точки. Смотрим по наградам, которые там возникают, и, конечно же, обязательно закрываем S, 2 A и одну B точку на выбор. Тут уже выбирайте самостоятельно, какие ресурсы непосредственно с B точек вам больше всего необходимы. У каждой точки будут свои необходимые рекомендуемые элементы для того, чтобы вероятность выполнения этого задания была максимальна. Поэтому просто смотрите, напихивайте более-менее аккуратно, но при этом вы сможете дополнительно использовать еще одного пятого персонажа для отряда из персонажей своих друзей. Поэтому, если вдруг тебе не хватает друзей, то смело пиши свой UID в описании и ищи себе новых друзей, с кем можно будет обменяться такими вот замечательными персонажами. Как только твой отряд готов, ты его отправляешь на исследование данной точки. Но перед тем, как отправить отряд на точку S, тебе необходимо будет выполнить небольшое задание. Прибегаешь на точку, бегаешь при помощи поиска элементов стихии в своей центральной клавиши, находишь там призраков, их убиваешь и, в принципе, запускаешь после этого исследование. На 12 часов на каждое исследование идут, и спокойненько потом с утра приходишь и забираешь награды, отправляешь их уже на следующее исследование. Очень простой ивент, по итогу мы получаем 420 примогемов, книжки талантов и надзумы, воду для прокачки наших артефактов. Достаточно неплохая штука, тем более артефакты все хотят всегда прокачивать. Вот такое вот игровое событие ожидает нас всех сегодня. А вечером ожидает особое событие у нас на канале. У нас будет стрим Пандоры, и он будет проходить не просто под моим начальством, а в гости ко мне придет Рутен. Поэтому обязательно забегайте, будем помогать вам с отрядами, оценивать, подсказывать, ну и всякое подобное. Буду рад видеть вас всех. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.